наконец-то в гетто ночь, и теперь передо мной стоит самая главная проблема. Как выбрать ботинки в Шерегеш, если они все твои, а тебе можно взять всего одну пару. Я думаю, что я попробую себе лэшеды в этот раз. Хочу, чтобы у меня были жесткие ботинки в этот раз, так как я беру довольно суровые доски. Я, конечно, бы взял новые, если бы они у меня были. Но 32 ни хрена не приехал. Проблема у китайцев. Сейчас буду ставить на формовку. Внутренничка-то Intuition. Телечки высунул, на формовку поставил. Увидимся через 10 минут. Так, ботиночки на формовку я поставил, но формовать их лучше с носочками. Носочки я однозначно буду брать Акапи. Мне очень понравилось термобелье, соответственно, носочки я тоже возьму их. Я сначала хотел взять вот эти вот красненькие, потому что мне красный-то охеренно нравится, но они light. То есть там нет шерсти, они тоненькие, комфортные, хорошо влагоотводящие. Но я еду в Сибирь, Шерегеш, там дубильник. А, соответственно, я возьму вот эти носочки, потому что они warm. Они уже шерстью, немножко поплотнее, больше накладок. Кайф, берем. Но красный цвет мне нравится больше. И я посмотрел прогноз погоды в Шерегеше и понял, что мне особо теплый там не понадобится. А если понадобится, я возьму старые носки. Поэтому пойду формовать их на вот эти лайтухи. Берем на носочничек. Оп, вот такой фирмовый. И чулочком прикрываем, одеваем. Одним рукой неудобно, поэтому останетесь без видео. Так, ну что, все. Прожал. Пяточку. На место вроде посадил. Ботиночки вот после разогревки стали мягче, комфортнее. Все. Минут 10-15 я стою так. Очень приятная процедура. Ощущение, как будто обоссался в ботинке. Так тепло, хорошо. Носочки супер зачет. Красивые, удобные. Видно, что качество прям на высоте. Вот эта резиночка создана для того, чтобы их фиксировать здесь, чтобы они не лозили по стопе. Уплотнение на пяточке. Резиночка дополнительная здесь. Вот здесь накладка, чтобы не давило в голень, если жесткий язычок. В общем, они очень грамотно сделаны. Формовку я закончил. На носочнике снял. Вставляю, чтобы посмотреть, как дела. А дела, собственно, можно описать таким образом. Они еще тепленькие, еще комфортненькие. Пяточка села чуть-чуть глубже. Ахилл обнимает несколько лучше. Носочки до конца ботинок. Вот они их вот только-только пальчиком достают. Но дискомфорта никакого нету. И в завязанном ботинке, вот в этой стоечке, я не чувствую передней стенки. Только если пальчиком туда-сюда вожу, я вот какие-то там нащупываю. А вот так чувствую. Вот это идеальная посадка. Эх, затестируем крабиков. Так, ну что ж, ботиночки мы выбрали. Вот такие они, красавчики с близкого расстояния. И теперь у нас задача стоит не менее сложная. Выбрать крепление для всего этого безобразия. А какие доски я беру с собой, вы, наверное, не знаете, но скоро узнаете. Я хочу взять жесткие ботинки. Относительно жесткие ботинки, относительно жесткие крепления. И вот у меня три претендента. Первый – это Fix Magnum. Они хороши во всем, и в регулировке, и в настройке, и демпферная пластина здесь есть. Сначала они мне вообще не подошли, но потом я задвинул пяточную дугу, и ботиночек встал великолепно. Второй претендент – это японец Flux XF. Очень комфортные, очень сытные крепления. Они прям вот такие утонченные красавчики. Здесь плюсом будет являться то, что передача энергии будет молниеносная, так как здесь очень жесткая база и отсутствуют виброгасители. Для меня это на самом деле некоторый минус.
но я бы на них тоже очень хотел покататься. И третий претендент – это проверенный примерно 3 миллиардами людей Union Atlas. Я их очень люблю, но выбрать между ними мне очень тяжело, поэтому мы должны прибегнуть к самому верному способу. Эники-беники ели вареники, эники-беники, эники-беники, эники-беники раз. А, значит, я на самом деле, я возьму все 3 эти крепления, потому что они мне в любом случае все очень нравятся, и так как я уж занимаюсь тестами, я возьму их все, но со мной поедут Атлас. Раз уж они победили. Ох, сложный выбор. После выбора крепления я решил, что неплохо было бы обновить и маску со шлемом. И вот у меня сейчас муки выбора. Вот посмотрите, вот этот вариант. Это Oakley Mod 3 и масочка Fall Line. Она мне понравилась, я хочу ее взять второй к своей PXV. У меня вот такая PXV-шка, только в другом оттенке стеклышко. А второй шлем это Jira. Jira моделька, господи, Jackson Mips, да. Jira моделька Jackson Mips под красную куртку с серыми штанами, прям вообще идеально. Но нравится-то и та, и это. Что делать? Я прям мучаюсь. Причем в Jira маска Oakley сидит чуть ли не лучше. Сейчас как-нибудь я... Смотрите, максимально плотненько, вентиляция на месте. Я разрываюсь, ребята. По ходу дела придется опять брать 2 шлема, кататься и в том, и в другом по очереди. Но с собой я возьму только один. Черт возьми. Я вас теперь прекрасно понимаю. Слишком большой выбор, это тоже проблема.